В прошлом видео я и мой друг Лёня открыли свой ресторан в Майнкрафте. Сегодня мы будем прокачивать наш ресторан до самого высокого левела. Поддержите этот ролик своим лайком, ведь он очень нужен для нас. Только с помощью вашей активности лайкосов мы сможем прокачать ресторан на самый максимальный уровень. Также нажмите на эту кнопку подписаться быстрее. Скорее, бегом, 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 она сейчас исчезнет. Она в самый низ упала. Значит, она под видосом, там ее ищите. И, ребята, я хочу сыграть с вами. Посмотрите сюда и подумайте, что это за блок. Да, это блок из Майнкрафта, но это единственная подсказка, которую я вам дам. Дальше думайте сами. И пишите ответ в комменты, а мы начинаем. Похоже на блок барьера, или я ошибаюсь? Не знаю, Лёнь, я тебе ничего не подскажу. А, у меня чей-то заказ почему-то в этой в таблетке, в планшете. Так, Линда у нас идет, и мы у нее будем принимать первый заказ. Так, Лёнь, давай я принимаю, а ты иди на кухню. Я на кухню. Давай-давай-давай, Лёнь. Спасибо за вот эту штуку. Мы купили, короче, всякие пафы в прошлый раз. И Линда хочет греческий салат, кофе и фруктовый салат. Сейчас нам нужно сделать заготовки прямо как и в прошлый раз. И почему? Почему досочка снова одна? Нам нужно реально много досочек, чтобы Лёня нарезал бесконечно. А я пока что ей приготовлю кофе. Оно, в принципе, здесь вроде как готово. Все, чашечку кофе я ей быстренько отдам. Держите, Линда, пожалуйста, вот вам забирайте. Мы должны за этот уровень заработать ровно 50 монет, чтобы перейти на следующий. Так, Даниэль хочет все то же самое. Греческий салат, кофе и фруктовый салат. Я быстренько сбегаю за кофе. Возможно, летчик мне уже сейчас приготовил. А, о, Лёнь, на, забирай яблоко, оно мне не нужно. Я быстренько отдам кофе Даниэлю, пускай он сидит, пьет. Можно им дать максимальное время, чтобы они не ушли, потому что у нас ничего сейчас не готово. Еще и третий посетитель пришел. Вы в своем уме? Так, Лёнь, фруктовый салат и панкейк, пожалуйста, мне сделай. Я пока что поставлю его на пережарку. Только я не помню, как, но мы быстренько возьмем. Выгоняй их, мы закрыты. Нет, Лёня, мы не закрыты, все сделаем, подожди. Блин, у нас реально мало времени. Так, панкейк, давайте вот эту штуку сделаем. И на сковородку ее сразу же. Лёнчик, давай, половину тебе, половину мне, чтобы панкейк у нас жарился все время. Я также возьму яблоки, они у нас также в холодильнике лежат. И яблоки мне нужно в соковыжималку. Блин, тут еще и миксер появился. В прошлом уровне у нас такого не было. Забираем один слой панкейка. Я посмотрю, что у нас там с посетителями. А, они сейчас все свалят. Лёня, дай мне, пожалуйста, греческий и фруктовый. Срочно, 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 я тебя прошу. О, у нас приготовился сок. Сейчас я сок отнесу, вот эту штуку заберу, еще новую поставлю жариться. Сейчас. Кто сок просил? Кто? О, Барбара, держи, пожалуйста. У нас один посетитель ушел, мы даже этого не заметили. Блин, Линда уходит, черт возьми. Ладно, давайте проверим. Держи тебе максимальное время. А как? Может, надо выкинуть его? Не работает. Эй, Линда, алло. Все, я Линде дал часы и... Что? У вас есть еще 2 минуты, чтобы закончить левел. Блин, я всего лишь добавил 2 минуты к левелу, но не к Линде. Пожалуйста, Линда, давай. О, я все на нее использовал. Линда, ты вообще офигевшая. Короче, ладно, буду знать в следующий раз, как использовать. Спасибо, Ленечка. Еще фруктовый, пожалуйста, я тебя прошу. О, 5 греческих салатов сразу. Так, вот тебе, держи, Линда, пожалуйста. Что у нас хочет Барбара? Барбара уже хочет фруктовый. А, у них у всех пополнилось, отлично. Так, Даниэль тоже греческий сразу же. Я думаю, что мы успеем, мы справимся. Забираю вот эту штуку для панкейка, и сейчас я сделаю панкейк. Вот он. Для этого мне нужно только взять клубнику. Вот она. И голубику. Отлично, все, панкейк. Лёня, я сам могу делать, если что, ты не напрягайся. Я новые ставлю панкейки жариться. Бегом быстренько отдаю Даниэлю наш панкейк. Ну, он же хотел панкейк. Нет, это Барбара хотела. Держи, Барбара, пожалуйста. Лёнчик, фруктовый салат, я тебя прошу. Там реально все уже хана-хана, они сейчас уйдут, реально. Я стараюсь. Я вижу, Лёнь, давай, старайся лучше. Стоит, нарезает такой. Забираем вот эту штуку, кладем сюда еще одну. Стараюсь. Давай, Лёнчик, я пойду приму новый заказ. Она ушла? Так как они так быстро уходят? Чего вы дождаться-то не можешь? Так, сел быстро, давай, выбирай меню. Долго только жди, потому что я могу у тебя сразу не принять заказ. Так, эти вроде хавают, нормально все. Энтони хочет греческий салат, сок яблочный и снова панкейки. А, не зря я их жарю здесь. Неплохо, неплохо, Ленчик. Давай, сейчас все сделаем. Так, мне еще нужен яблочный сок. Конечно же, я его сейчас очень быстро сделаю. Как раз у меня дожаривается панкейк. Все, дожарился, мы сейчас сделаем его новый. Та-дам! На плиту положим жариться еще один панкейк. О, подождите, все нормально. Так, чел, забирай, пожалуйста, панкейк. Еще сок. Сок, точно забыл сок. Лёня, прошу тебя, фруктовые салаты. А, ты мне их уже скинул, красава, я даже не заметил. И ты мне ничего не сказал. Так, держи, держи и держи. Все, ну, есть, мы выполнили эту ачивку. Блин, еще один клиент ушел. Так, ты что там хочешь?
хочешь греческий? Греческий у меня есть. Был у меня незнакомый. Так, вы, пацаны, давайте идите отсюда. Все, я их всех выгнал, Леня. Мы заработали 19 монет уже. Игорян! Он как-то в лес пошел. Леня, давай не отвлекайся, делай, пожалуйста. А. Я заберу яблочный сок, который я изначально подготовил, и вручу Энтони. Пожалуйста, получай, все полезно. Да, Патриция. Патриция, о чем хочешь? А че? Почему мне этот ничего не дал монет? А, нет, у нас уже 30 монет. Так, Патриция, о чем хочешь? Греческий салат? Получай. Фруктовый салат? Получай. И еще яблочный сок. Конечно же, я его сейчас быстро приготовлю и отдам его Патриции. Так, берем, чтобы не ушли, и берем заказ. Блин, а что она хотела-то? Еще одна Патриция. И все то же самое. Греческий, давай, фруктовый. Фруктовый, вот, получается. А, еще сок яблочный. Так, я сначала должен унести яблочный сок вот этой Патриции. Две одинаковые Патриции вышли. Давай, садись, Нэнси, бегом, бегом, бегом. Смотри меню там. Делаю снова яблочный сок. Панкейки давайте тоже сразу заготавливать, потому что они нам капец как сейчас понадобятся. Яблочный сок несу кому? Патриции. Так, ты давай вали отсюда. Делаю вдох. Так пахнет панкейк. Да, я согласен, они очень вкусно пахнут. Я тоже их есть хочу. Так, еще нужно одну Патрицию выгнать. Давай, иди отсюда. Я, у нас клиент ушел. Линда, извини, я не знаю, что ты хочешь. Ну давай, ну давай, ну покажи мне. Черт возьми, она мне не показывает, что хочет. Ставь лайк, если в этом месяце ел кулич. Лень, уже май месяц, ты что? Ну? Так, греческий салат, фруктовый и кофе. Понял, понял, принял, кофе берем. Нет, у нас еще один клиент ушел. Да что ж ты будешь делать? У нас 300 секунд всего лишь осталось. Это мало. О, Дональд Трамп идет, нормас. На самом деле, вот этого клиента нам хватит. Ленечка, скинь мне пару салатов, срочно, вообще реально очень нужно. Я только лишь их отдам и все. Вот да, нужен только фруктовый и греческий. Минуточку. Конечно же, Лень, пока я приму новый заказ. Давай, принимайся. Дональд хочет греческий. То? Он хочет приготовленную яичницу? Чё? Да ладно, у нас ни разу такое не заказывали. Давайте я ее попробую сделать. Тут можно посмотреть, как делается яичница. А ну-ка. А, просто яйцо на сковородку, серьезно, и все. А два можно? Нет, два уже нельзя. Давай салата мне, Леня, чё стоишь-то здесь? Давай, 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 греческий фруктовый. О, красавчик, ты по 6 салатов сделал, офигеть. Линда, держи, пожалуйста, кушай. Сейчас мне еще фруктовый кручу, вот он, пожалуйста. Давай, папосы, иди отсюда, отлично. Уровень мы специально... Ты реально, ты сейчас ушел. Я как я у тебя принял заказ, ты реально офигевший чел. Так, яичница готова, нет, давай, собирай. Леня, где яичница-то, я не помню. Ты куда ее собрал-то? О, а что ты мне скинул-то? И что, прям так можно? А, стой! Не уходи! Шоколадные банановые тортики! Она хочет! Ты что, с ума сошла? Так, яичницу мы отдаем Дональду. О, серьезно. Так, а Дональд что еще хочет? Совсем, что ли? Я тоже думаю, что наши клиенты немножко офигели. Так, он еще хочет кофе, конечно же. Я кофе ему сейчас принесу. Вот тебе, пожалуйста. И греческий салат. Забирай! Прям яичницу положи греческий. Все, уходи. Так, Сара пришла. А, нет, Сара была. А, опять Патриция. Ты опять то же самое хочешь? Странно, это Патриция, вот тебе держи, значит, одно, держи другое. И сейчас еще яблочный сок ей принесу. Почему-то одни и те же приходят, одни и те же. Так, как эти банановые штучки-то готовить? Давайте посмотрим. А что тут нет этого рецепта? Леня, а вот он! Офигеть! Две шоколадки, два банана и какая-то фигня. Лень, пока. Да, придется тебя использовать на рецепт, Леонид Андреевич. Так, у меня сок там должен приготовиться. Отлично, сок забираем и отдаем нашей Патриции. Все, иди отсюда. Теперь мы немножко нафармим денег и немного магии. И мы с вами на новом уровне. Это наш новый ресторан. Это наш первый посетитель. Марк, здорово, заходи. Короче, я купил все самое нужное, и мы купили себе новую скорость. Скорость 2. Теперь мы бегаем быстрее. Потому что, ну, не зря же мы зарабатываем монеты. Правильно. Так, Леня, давай салаты быстренько шинкуй. Сейчас мы с вами сразу же добавим в левел плюс 2 минуты. Итого у нас целых 700 секунд на левел. Заработать нам всего лишь нужно 55 монет. Это фигня полная. Так, теперь я быстренько возьму все самое нужное, то, что нужно для меня. Бутыль с медом нам нужен будет для новых панкейков. Сахар забираем, шоколадку забираем, клубнику, голубику. Все вот это дело забираем. И банан тоже забираем. Сейчас, офигеть, какая кухня просторная. Так вот, Игоря, шли мы с ним по лесу. Давай не отвлекайся, пожалуйста, делай там то, что нужно. Я быстренько отнесу нашему мистеру-посетителю кофе. Стой, стой, ну куда ты уходишь-то, зараза? Так, греческий салат, яичницу. Точно, яичницу забыл взять. Так, возьмем. И давайте я ее сейчас быстренько приготовлю. О, красава, Лень, только нужен был греческий. Греческий сел, красиво делаешь, Леонид Андреевич, вот он, пожалуйста. Так, заказ берем новый. Греческий салат, панкейки и кофе, Леня. Сейчас быстренько справимся с этим. Так, кофе я сразу же принесу. Давайте, пожалуйста, наливайте. У меня две кружки кофе. На всякий случай, что, и кому-нибудь может быть. Вот, да, Леня будет. Леня, пей. О, а это что за машина такая? Вау, нифига себе, это что за смузи тут готовится? А, выглядит вкусно. Ммм, фух. Так, яичницу
наверное, быстренько отдадим ее Марку. Вот, Марк, получай! Я же отдал лишнее. Все, давай, вали отсюда. Так, мы 6 монет заработали. Так, здравствуйте, девочка. Греческий салат, кофе и фруктовый салат. Ладно, фруктовый я могу тебе сразу же отдать, но греческого, извини, пока у меня нет. Я забыл, что получить. Так, Линда хочет еще кофе. А я что, Линде кофе не принес? Мерзавец! А, Линда новая. Все, я тут принес. Ай-яй-яй-яй, негодяй! Так, Лёня, отставить. Подожди, греческий салат для Линды, для Елизаветы. Панкейки, Лёня, приготовь панкейки срочно, я забыл про них. И 2 греческих салата. Ладно, я тебе помогу. В принципе, пока они не торопятся уходить, поэтому я сделаю патент. И начну жарить панкейки. Так, греческий салат. Кому? Тебе? Все, наела, сиди отсюда. Так, Елизавета. О, нет, у нас посетитель, кажется, ушел. А что у нас как будто мест мало стало? Здорово, Ричард. Проходите, садитесь, выбирайте меню. Только, пожалуйста, не торопитесь, а то у нас тут как бы немножко пока ничего не получается, так как мы снова начали заново. Так, фруктовый салат у меня есть. Ну, иди, пожалуйста, держи. Дальше ему апельсиновый сок. О, а этого у нас не было. О, греческий салат. А кому нужен греческий? Елизавете нужен! Елизавета, здравствуйте, держите, пожалуйста, греческий. Сейчас я быстренько еще панкейк вам принесу, я реально очень скоро. Так, оранж джус, нам нужен апельсин. О, вот он, настоящий апельсин. Кис-кис-кис-кис, ты котик, я котик. Быстренько делаем, не обращайте внимания на Леню, как бы это не парьтесь вообще. Так, быстренько принимаем панкейк, кому тебе? Все, наелась! Ура, все, давай иди отсюда, пожалуйста! Свалила. Эмили. Эмили хочет у нас honey pancakes. Это панкейки с медом. Ого. Оранж джус и греческий салат. Греческий я ей могу сразу отдать. Тому челу нужна еще была яичница. Вот, пожалуйста, сейчас мы приготовим. Сейчас мы сделаем апельсиновый сок, пока наш Ричард не ушел. Оп, новый клиент, здравствуйте. Опять Ричард. Так он то же самое хочет, знаете, фруктовый салат. В принципе, это то же самое ест, реально. What the fuck? Это очень странно. Яичницу забираем и отнесем ее вот этому Ричарду. Чай. Быстренько заберем сок. Где он? Вот здесь. Сразу же пока что нальем новый сок и отнесем вот этому Ричарду. Так, давай, 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 да, ну пей ты сок! Ты чё? Ты же оранжевый сок просил. Примем пока новый заказ. Ты забрал яблочный, я тебя затроллил. Ты чё, дурак, что ли, Лёня? Ты, блин, а, зараза шоколадная, у нас чё, клиент кушал. Ричард, на, забирай. А, еще яичницу нужно. Так, мы ее сейчас быстро приготовим. Блин, я несколько яиц разбил случайно совсем. Ричард, ты ушел там? Нет, давай, иди отсюда. Заработали уже целых 27 монет. Еще один новый заказ. Греческий салат, Леня. Апельсиновый сок, который у меня должен быть. Либо он у Лени. Так, а, я путаюсь, путаюсь. О, за салатики отдельно спасибо, респект. И сок, Леня, мне спит. Так, что там она хочет? Подождите. Хочет фруктовый салат, греческий салат. Кушайте быстрее. Ну, по голове она хочет. Новый заказ принимаем, конечно же. Так, давай, греческий-то ешь уже. Ишь, чё, блин? Лёня, спокойно, у нас заказов, капец. Я уже просто путаюсь в них. Кому-то нужен яблочный сок, которого у меня... Это Патриция, Патриция. Где наша Патриция? А, вот ты, держи. Давай, вали отсюда. Эмили, я забыл, что хочет Эмили. Она... О, господи, она что-то дофига хочет. Я ей не хочу готовить, реально. Мы заберем лучше яичницу и отдадим ее Ричарду. Пускай Эмили валит, реально. Я ее не хочу обслуживать, все. Она дофига просит. Это пока что я не умею готовить. Роберт, а ты-то что хочешь? Эндрю, какую Эндрю? Еще и новая. Опять Патриция. Патриции хотят одно и то же. В принципе, у меня это все есть. Греческий салат, фруктовый и яблочный сок, которого, к сожалению, пока нет. Так, готовим новый панкейк. А кому вот эта морожка нужна? Еще никто у нас не заказал мороженое. Это странно. Мы берем яблоки и яблоки с вами закидываем вот сюда. Бери сок, я сделал. О, давай, а где он? О, как раз мне нужен яблочный, только кому, я не помню. Жесть. Это, наверное, для Патриции. Да, это нужно было для Патриции, она свалила. Мы уже 50 монет заработали. Эндрю, что хочет Эндрю? Барбара, что хочет? Фруктовый салат. Держи. Короче, будем обслуживать сейчас Барбару. А яблочный сок мы сейчас ей быстро принесем. Капец, я реально не успеваю. Как так быстро можно их обслуживать? И еще она с вами хочет панкейк. О, как раз не зря я его начал готовить. Сейчас мы его по-быстренькому сделаем. Так, салатик подпираем. Кто? Новый. Карен. Новая у нас. Греческий салат. Ну, это у меня есть. Еще апельсиновый сок. Ну, это должно быть. Вот он. А, блин, это не апельсиновый. Я пухнул. Не заходи сюда. Лёнь, так я уже зашел. Ты, блин, зараза шоколадная. Так, панкейк. Давай, готовься быстрее. Ну. Все, есть. Мы поставили новый жариться. Сейчас панкейк сделаем и принесем его, кажется, Барбаре. Давай, вали. 58 монет. Все, Лёня, отлично. Мы с тобой
прошли этот левел. Я считаю, что нужно идти на следующий. Магия. Офигеть, блин, заказ. Он столько панкейков заказал. Куда вот он ему? Куда ему? А, вот он как это все есть будет? Давайте им добавим немножечко времени, потому что мы только разогреваемся на новом левеле. Ну давайте, пацаны, пацаны, вот вам я добавляю времени. Я же не зря его купил. Ну, что-то у них не добавляется. Так, берем новый заказ. Ёлки-матрешки, у нас нет этого всего. Ладно, греческий есть. Что там? Оранж джус. Блин, мороженку они еще начали заказывать. Наконец-то, наконец-то я могу мороженку кому-то отдавать. И это будет Кевин. Мороженку забираем, еще берем новую. Как хорошо, что я когда-то купил скорость, теперь реально можно быстро бегать. Так, Кевин еще. Одинаковые Кевины. Угу. Апельсиновый сок, срочно, там уже новый посетитель пришел. Я думаю, что этот уровень мы тоже закроем очень-очень быстро. Пока что все заказывали апельсиновый сок, это нам на руку. Давайте закидываем его вот сюда, давай. Апельсиновый сок, готовься. Кому-то еще вроде как яичница нужна была. Капец, как много вас, ребята. Я даже не знаю, я потерялся, что кому нужно. Так, давайте, Кевины у нас одинаковые, поэтому апельсиновый сок одному Кевину сейчас и второму Кевину. Еще один Кевин хочет греческий салат. Извините, у меня так. Такого нету пока что, Ленчик еще в разработке со своими греческими салатами. Но первого мы обслужили, и он уже свалил. Отлично. Так, что там нужно было Марку? Греческий салат, кофе? Нет. Лен, дай греческий, срочно, давай, я успею. Кофе, забирай. Марк, держи. Где греческий? Леня, где греческий? Вот он. Бегом. Марк, забирай. Вали отсюда. Офигеть, это было неожиданно и очень быстро. Так, апельсиновый сок забираем и несем вот этому Кевину. Все? Не все? Еще что-то надо. Ну нафига я тогда потратил на него апельсиновый сок? А он еще хочет греческий салат. И эти два хотят капец как много панкейков. К сожалению, панкейки мы уже не успеем сделать. Я думаю, они уйдут к этому времени. Вот, давайте вот этого обслуживать чела. Надеюсь, он панкейки не хочет. Бегом, выбирай меню. Лень, есть греческий салат? А, денег заработаем чуть-чуть. Давай. Чё, серьезно нету? На столе. Где? О, нифига, чё ты сразу не сказал? Так, Кевин ушел только что. Блин, не успел немножко. Что? Тирамису, яблочный сок и шоколадные банановые кейки. Офигеть. Это что ж за заказ такой? Ладно, давайте попробуем это сделать. Это реально будет потно, но я этим займусь. Лень, помогай мне, давай не только салатики свои режь. Я сейчас, в принципе, у меня все для этого готово. Смотрите, забираем вот эту штуку. Дальше мы ее должны отправить в миксер. Она у нас миксуется. Давайте пока салатик здесь оставим. Мы ее забираем, дальше открываем духовку и кладем ее туда. Это реально капец как круто, это реально интересно, но сложно и ничего не понятно. Забираем уже готовую, и сейчас нам нужно посмотреть рецепт. Так, где оно? О, сыр, кофе, сахар, из всего этого делается тирамису. Обалдеть! Так, давайте заберем сыр, заберем немножко кофе и проверим. Нет, мы все еще не можем сделать это тирамису. Посмотрите, мне чего-то не хватает. Печенье? А где я возьму печенье? А, вот оно у нас. Блин, я выкинул в мусорку одну кофе случайно. Так, я еще раз соберу. Тирамису. Наконец-то мы сможем сделать тирамису первое. Дальше мы снова миксуем вот эту штуку. Давайте попробуем добавить им времени. Что? Они все ушли. Давай время добавляй. Ну, я хочу тебе заказ сделать, чувак. Ну, чувак, вот у меня время есть. Вот. Я не знаю, как им пользоваться, реально. Все, добавили время. Наконец, у него полная шкала, и у меня есть шанс. Смотрите, мы ему отдаем тирамису. Так, еще один хочет заказ тирамису. Сок. Где же? Давай, заказывай. Сейчас, ему принесем сразу, смотри. Раз. Ему нужно еще кофе. Два. И греческий салат прям со стола я ему сейчас принесу. Капец, мы за этот уровень зарабатываем мало, но готовим новые блюда. Так что это интереснее, я считаю. Так, у нас тут все замиксовалось. Мы вот это все забираем и в духовку. Ленчик, отойди, не мешайся. Отправляем. Все, у нас это готовится. Заготовку для панкейка тоже забираем. Ставим новую, потому что панкейки он все еще хочет, смотрите. О, господи, как-то сложно. Так, как там банановые вот эти штуки готовятся? Во, две шоколадки, два вот этих основания, два банана. Блин, мне придется еще ему время, наверное, продлевать. Давайте на всякий случай ему еще чуть-чуть время дадим. Блин, я две штуки использовал, но ничего страшного. И новый заказ примем. Еще эту фигню надо делать нереально. Давайте снова в миксер. Это забираем, кладем новое. Господи, самый сложный уровень сейчас. Ленчик, отойди оттуда, не мешайся. Я тебя прошу, иди от моей духовки. Давай, я закидываю все это основание сюда. Я заберу сейчас две шоколадки. А, шоколадки у меня уже есть. И банан, в принципе, тоже есть. Давай, забираем эту штуку из духовки. Давай. И сейчас сделаем, наконец-то, шоколадно-банановые штуки. И яблочный сок. Конечно же, это не яблочный. Мне нужны яблоки. Фух, яблоки забираем, давай загружаем их сюда. Бегу.
Отдаю вот этому Джозефу, или кто это такой? Я забыл, что он еще хочет, кажется, яблочный сок. Еще один такой же Джозеф пришел. Они реально какие-то сложные. Иди отсюда, чел. А, нет, это пришел Стивен, но выглядит он как Джозеф, один в один. Вот тебе яблочный сок, дай мне монету. Отлично, 34 монеты мы заработали. Так, возьмем заказ у него. А ты-то что сидишь тут? Яичница, фруктовый салат и яблочный сок. Изи. Лёнь, это что такое? Нифига себе ты наготовил, красавчик. Вот это я понимаю. А пускай оно все будет здесь, иначе в моем инвентаре оно все перемешивается. Так, кому там яблочный сок? Стивен, забирай и вали сюда, да, побыстрее. Ты еще что-то хочешь, Стивен? Блин, фруктовый салат. Из-за тебя покупатель один ушел, зараза. Ты все, давай уходи. И девчонка еще тоже чего-то хотела. О, господи. Она снова хочет шоколадно-банановые стружки вот эти. Ладно, давайте, у нас в миксере как раз лежала одна такая фигня. Мы загрузим вторую. Сейчас она как раз... О, быстро она печется, кстати говоря. Давайте из миксера забираем. Кладем ее снова в духовку. Капец. Это сложно, вообще нереально просто. Забираем ее из духовки. И сейчас сделаем вот эти банановые фигни. Отнесем быстренько ей. А, она сейчас хочет уйти, не дай бог. На тебе, держи время, пожалуйста, еще побольше. Держи время, держи, 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 малышечка, держи, пожалуйста. Давай, получай, девочка, держи время. Ну, есть все, я ей отдал время. У нее пополнилось полностью время, и я не знаю, что она хочет, правда. Давайте посмотрим еще раз. Яблочный сок, панкейки, панкейки, блин. У нас нет таких панкейков. Лень, у нас проблема. Ладно, эти панкейки на самом деле очень быстро делаются. И еще яблочный сок мне нужно забрать. Шо? У меня есть. Что надо? Какие панкейки? Лень, ты тоже уже, да, заколебался? Я вообще капец устал. Я просто вспотел. А у нас еще и жара на улице. Я тут сижу просто, ей панкейки какие-то. Выпендрежница. Это что? Ты что, время вышло уровня? Господи. Мы же так старались сделать эти необычные блюда от шеф-повара. И мы этот уровень провалили. Нужно было собрать 55 монет, а мы собрали всего 41. Жаль, что следующий левел в следующей серии. А чтобы его не пропустить, вам нужно всего лишь подписаться на канал. Вот кнопка подписки, нажимайте на нее прямо сейчас, и тогда вы не пропустите новую серию. Увидимся там, пока.